вообще началось. Всем привет! С вами студентки факультета маркетинга. Это Карина, а это Света. Нам очень жаль, что некоторые люди не смогли посетить сегодняшний наш день открытых дверей. И поэтому мы проведем для вас вебинар, расскажем вам о нашем факультете, университете и ответим на ваши вопросы, которые вас интересуют. Для начала хотелось бы представить вам нашего декана. Это Окунькова Елена Александровна. Она кандидат филологических наук, доцент кафедры организационно-управленческих инноваций, международный эксперт комиссии по вопросам качества образования Совета Министерства образования и науки РФ по делам молодежи. Также она руководитель регионального подразделения Лиги преподавателей высшей школы. И помимо этого, Елена Александровна – победитель конкурсного отбора на соискание гранта правительства Москвы в сфере образования. Самый интересующий вопрос для поступающих в наш университет – это трудоустройство после окончания университета. Мы хотим сказать, что по версии career.ru на 2017 год именно наш университет РАО имени Плеханова и факультет маркетинга занимает первое место по трудоустройству. Образовательные программы на нашем факультете следующие. Направление менеджмент. Для поступления на данную программу в ЕГЭ нужно сдать математику, русский язык, иностранный язык и обществознание. Данное направление делится на маркетинг и логистику. Следующее направление – реклама и связь с общественностью. Для поступления нужно сдать ЕГЭ обществознание, русский язык и иностранный язык. Далее будет разделение на рекламу и связи с общественностью в коммерческом секторе и на бренд-менеджмент в рекламе. Следующее направление – это дизайн. В ЕГЭ нужно сдавать русский язык, литературу и как дополнительные вступительные экзамены – это живопись и рисунок. Далее разделение идет на графический дизайн и проектное искусство и моду. План приема. Это сводки за 2017 год. Получается, на менеджменте профиля маркетинг и логистика 57 бюджетных мест и внебюджетных 50. Стоимость на 2017 год – 300 тысяч рублей. На направление рекламы и связи с общественностью, два профиля, 14 бюджетных мест и 90 вне бюджета. Стоимость на 2017 год составила 320 тысяч рублей. И дизайн, также два профиля бюджетных мест, к сожалению, в этом году у нас нет, и вне бюджета 10 мест. Стоимость обучения на 2017 год был 270 тысяч. Цены могут варьироваться, и 31 мая выйдет официальный документ о стоимости на 2018-2019 год. 31 мая сразу же на сайте РЭО у нас появится вся информация, можно за этим проследить и не запутаться. А минимальные баллы в 2018 году. Данные баллы нужны для поступления, то есть для подачи документов на наш факультет. На менеджменте это математика 33 балла, русский язык 40 баллов, иностранный язык 30 баллов и обществознание 45. На направлении рекламы и связи с общественностью требуется обществознание 45 баллов, по русскому языку 40 баллов и по иностранному языку 30 баллов. А на направлении дизайн литература составляет 50 баллов, по русскому языку нужно набрать 40 баллов, рисунок и живопись по 50 баллов. И рисунок и живопись, вы уже, это ваше портфолио, так сказать. Трудоустройство. Компании, в которых работают выпускники факультета и проходят стажировку наши студенты. Очень много знаменитых брендов, мест, где можно устроиться. Можно вот посмотреть на презентацию, что это очень знаменитые фирмы, не только российские, но и международные. Также на нашем факультете есть международное сотрудничество. Это программа студенческих обменов. В них студенты старших курсов, успешно сдавшие международный языковой экзамен, могут поехать на один семестр в один из вузов-партнеров университета. Двойной диплом по магистратуре. Студенты магистерских программ международный маркетинг и маркетинг и предпринимательство в глобальной экономике имеют возможность обучения в вузе-партнере в течение месяца, семестра и прохождения производственной практики за рубежом с дальнейшим получением диплома иностранного университета. И летние языковые школы. Партнерские университеты предлагают весело и с пользой провести летние каникулы в языковых школах стран Европы. Студенческий совет. Наш студенческий совет на факультете маркетинга – это очень душевный и жизнерадостный совет. Получается, мы
как студенты и активисты, устраиваем различные мероприятия, ездим, занимаемся благотворительностью, ездим в детские дома, дома престарелых, различные приюты для животных и так далее. Наш факультет и наш студсовет очень отзывчиво относятся ко всем студентам, и также мы взаимодействуем, помогаем взаимодействовать студентам с администрацией нашего факультета. Работа у нас плодотворная, мы очень сильно стараемся и ждем каждого абитуриента в нашем университете. И на этом слайде вы видите официальную группу студенческого совета факультета, официальную группу абитуриентов и официальный инстаграм абитуриентов. Мы будем очень рады, если вы подпишетесь на все новостные источники нашего факультета. Обновления у нас на сайте, на различных социальных источниках очень разные, каждый день интересная информация не только об университете, но и в принципе о новых технологиях, жизни и так далее. Спасибо за внимание. На данном слайде мы также дублируем вам наш телефон, адрес, имейл, официальный сайт, а также инстаграм и ссылку на ВКонтакте. Будем рады, если вы опять же подпишетесь на наши источники. Спасибо за внимание. Мы были рады провести с вами наше время. Надеюсь, вам наша презентация понравилась. И мы вас ждем в нашем университете. И будем рады видеть каждого абитуриента. Спасибо за внимание. До свидания. До свидания.